Доброго ответа на страшном судище Христове просим. Угадай, Господи! Пресвятую, чистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу, Преснодеву Марию со всеми святыми помянувшие сами себе, друг друга весь живот наш Христу Богу предадим. Бог еси, тебе славу высылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Аминь. Всем. И Духа и Твоему. Рабы наши, Господи, ве преклоним. Отца и Сына и Святаго Духа, ныне присно и во веки веков. Аминь. Ныне в знамение явившиеся словесы учеников, вещающих славу Богодетеля всех Бога, с ними же и сердца с коленами преклонимся веру и поклонимся Святому Духу, утвердившийся Спасителям душ наших. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. И неутешительный дух на всякую плоть излияйся, от апостольских буликов начинший, от тебе, отец по причастию верню благодать простым. И уверяет свое державное наитие во огненном виде, учеником раздая язык и песнопение, славу Божию. Тем же сердце умно просвещаемые, верю утвердившийся Святым Духом, молимся, спасися душам нашим. И Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, люди, трипостасному Божеству поклонимся. Сыну во Отце со Святым Духом, Отец во безвредно ради Сына, сопресносущно и сопрестольно. И Дух Святий, Бева, Отце, Сына прославляем, едина сила, едино существо, едино божество, и мужа, поклоняющийся всей глаголем, Святый Божий, вся Содеевый Сыном, Содействием Святого Духа, Святый крепкий, Ним же Отца по знаком, и Дух Святый, прииди мир, Святый, бессмертный, утешительный души, от Отца исходя и Сыне почивая, и Троице святая, слава Тебе! Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети истили немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Все один, без истинья Бога Слова Ручи, Слышим, Бога, Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Тончих и божественных гедр, источивый себе, и с небеси на землю сошеды, и наши все восприимые систво и обоживы Его. Паси же на небеса паки восшеды, и одесную седы Бога, и Отца Божественного же, и Святаго, единосущного, единосильного, единославного и сопресносущного Духа, не спаславы на святые свои ученики, апостолы, и сим просветивый, убо их теми же вси вселенную, Христос истинный Бог наш молитвами пречистые, и пренепорочные святые своей матери, и святых славных, прихвальных, и богопроповедников, и духоносных апостолов, и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и человека. Воскресший, даровавший нам эти страшные, жутворящие твои таинства, во благодеяние освящения души и тел наших, сделай, чтобы они были мне в исцеление души и тела, в отражении всякого врага от просвещения чей сердце моего,
Мир душевных моих сил, веру твердую, в любовь нелицемерную, в исполнение мудрости, в соблюдение заповедей твоих. В умножение божественной твоей благодати твоего царства приобретения, чтобы сохраняемый имя во священии твоем я всегда помнил милость твою и жил уже не для себя, но для тебя, нашего владыки и благодетеля. И таким образом, уйдя из здешней жизни, надежде на жизнь вечную, достиг-ка места вечного покоя. И непрестанный глаз празднующих и бесконечное наслаждение, взирающих на несказанную красоту лица твоего. Ибо ты истинная цель стремления, неизъяснима радость любящих тебя, Христе Боже наш, и тебя воспевает все творение во веки. Аминь. Владыка Христе Божий, Царь веков и Создатель всего мира, благодарю тебя за все блага, которые ты дал мне, и за причащение пречистых и житворящих твоих таинств. Молю же тебя, благой человеколюбивый, сохрани меня под кровом твоим и в тени крыльев твоих, и дар мне чистую совестью до последнего моего вздоха достойно причащаться святынь твоих, прощение грехов и жизнь вечную, ибо ты хлеб жизни, источник освящения, податель благ, и тебе славу высылаем, с Отцом и Святым Духом, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Давший пищу мне плоть твою добровольно, ты огонь, сожигающий недостойных, не сожги же меня, Создатель мой. Пройди лучше в члены тела моего, во все суставы во внутренности, в сердце, сожги темни всех моих согрешений. Душу очисти, освети мысли, колени утверди, с костями вместе. Поднимите. Просвети пять главные чувств, сего меня пригвозди страхом пред тобою. Всегда защищай, охраняй, береги меня от всякого вредного для души дела и слова, очищай, омывай, устрояй меня. Украшай, вразумляй и просвещай меня, яви меня твоей обители единого духа и уже не обителю греха, чтобы бежали от меня по принятии причастия всякий злодей, всякая страсть, как от дома твоего, как от огня. Податый мне за себя тебе представляю всех святых, начальников, войск бесплотных, предтечи твоего, мудрых апостолов, и сверхи твою непорочную чистую матерь, прими их молитвы милосердный Христос мой, сыном света соделай твоего служителя. Ибо ты единый благое освящение, также сияние душ наших, и тебе, как подобает Богу и Владыке, все мы славу высылаем каждый день. Тело Твое, Святое Господи Иисусе Христе, Боже наш, да будет мне жизнь вечную, и кровь Твоя драгоценное прощение грехов, да будет же мне это благодарение в радость, здравие и веселье. Страшно же второе пришествие Твое, сподоби меня грешника стать справа от славы Твоей, по ходатайствам всечистой Твоей Матери, всех Твоих святых. Аминь. Пресвятая Владычица Богородица, свет помраченной моей души и надежда, покров, прибежище, утешение, радость моя, благодарю Тебя, что Ты сподобила меня недостойного стать причастником пречистого тела и драгоценной крови Сына Твоего. Но родивший истинно свет, просвети духовные очи сердца моего, источник бессмертия родившая, оживи меня, умершленного грехом. Милость у Бога, любящая милосердие, Матерь, помилуй меня и дай мне умиление сокрушения в сердце моем, и смирение в мыслях моих и призвание к помыслам добрым, когда пленен бывает разум мой. И удостой меня до последнего моего вздоха, не в осуждение принимай святыню пречистых таинств, но в исцеление души и тела, и подай мне слезы покаяния и благодарения, чтобы мне воспевать и прославлять Тебя во все дни жизни моей. Ибо Ты благословенна и прославлена во веки. Аминь. Ныне отпущаешь раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему с миром, яко видеста, Отче мой, спасение Твое, еже и сю готов пред лицем всех людей, свет в откровении языков и славу людей Твоих, Израиля. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наши имени Твоего ради, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, на земле, и хлеб наш насущный дашь нам днесь, остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим.
и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Яко Твое царство, силы и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне присно и во веки веков. Аминь. Уст Твоих, яко же светлость огня, воссиявший благодать вселенную, просветение сребролюбия мира, ве сокровище снизка, высоту нам смиренно мудре показал. Но Твоими словеси наказуя, Отче, Ани, Златоусти, моли Слово Христа Бога, спастися душам нашим. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу! От небес приялась и божественной благодати Твоими устнами все учишь и поклоняйтесь в Троице Единому Богу, Ани, Златоусти, Всеблажение преподобнее. Достойно хвалим Тя, Исибо, наставник, яко божественный являя, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не презри грешных молений глаз, и на предворе, яко благая на помощь нас верно зовущих Ти. Ускори на молитву и почися на умоление предстательствующее присно Богородицы, чтущих Тя. Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Бога Словородшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Именем Господним благослови, Отче. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь. Так, сейчас я попрошу здесь вот этот храм освободите. Пока там побудьте, я потом сделаю объявление выйду. Пока не расходитесь там, я. Здесь освободите этот храм. На улицу сходите, пока там по... Ну, я, у меня дела черные, я понимаю, что свадьба не будет. Возьмите мешочек или что-то, заходите, да. Сейчас невесту посмотрим. Два раза переходили. Вечером лучше не надо. Подождите съемку. Не надо на камеру. Я останавливаю. Скажи, я остановлю. Вот видишь, что-то есть. Леонида? Куда вылезешь? Ты туда вылезешь. Теперь можно фотографировать. Не поднимай, не поднимай, опусти. Ну, сейчас, Зина! Зин, пойдем! Зина! Во всех журналах Зина. Патриархийные Зина, делают, это никогда не было. А что Зина? Зина, дружкой будет у меня. Потом дальше все скажет на улице. Да думаю, что печать еще не будет. А Валерия? Давайте. Причешу маленько. Симпатичный. У меня
Ну давайте гребешком по этому. Причешите. Кучери. Откройте, 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 не закрывайте.